сын отца профессора разговаривает с отцом сына профессора. Причем сам профессор в разговоре не участвует. Могло ли такое быть? Профессор, может, у профессора есть брат? У профессора есть брат, и у него есть два сына. Сын и отца что? Профессора, то есть его брат, разговаривает с отцом сына профессора. А сейчас, когда это получается один и тот же человек, разговаривает сам с собой. А может, у него еще два брата? Сын отца профессора. Если не участвует профессор, значит, это какой-то брат. Сын отца профессора. 100%. 100%. Отец сына профессора — это сам профессор. Отец сына профессора — это сам профессор. Как-то, но профессор не участвует. Сын. Папа и мальчик попадают в автокатастрофу. И их отправляют в разные больницы. Папу в Азовскую, ребенка в детскую. В палату входит врач и говорит: это мой сын. Может ли это быть? Может. Папа работал врачом, его отправили. Нет. Мама работала детским врачом. Врач. Мама работала. Смотри, папу мы знаем, что отрезан как-то. Ну, осталась только мама. Мама говорит, что это мой сын. Получается, это на самом деле, говорю, его жена? Нет, тут все мужчины, смотри. Видишь, сын отца и отец сына. Это мужчина. Сын это профессор. Профессор — это женщина. Это мужчина. Да. Смотри. Сейчас. Сын отца профессора. Это брат. Это брат. Понятно. Что понятно? Сейчас. Разговаривает с отцом сына профессора. Понятно. То есть профессор — это женщина. Ну, вот. Это женщина. Хорошо. А что такое отец сына? Получается, ребенок профессор разговаривает? Нет, подожди. Братом. Нет. Смотри. Сын отца профессора. Сын отца профессора — это брат профессора. Профессор — это женщина. У профессора есть отец, но у этого отца может быть несколько детей. Да. И поэтому действительно брат. Да? Брат профессора. Отлично. А кто такой отец сына по-русски? Это муж. Муж профессора. То есть у женщины, которая профессор, есть брат и есть муж. Есть брат и есть муж. При этом они совершенно не обязательно профессора. Есть масса других достойных профессий. И, может быть, они... Понятно, да? Совершенно не обязательно профессора. Все правильно. То есть брат профессора разговаривает с ее мужем. Да.